Ну, я имею в виду, я услышал, что ты тоже с клубничками бегаешь. Я так подумал, что может быть тоже принять вызов. Ну как, не то что вызов, а составить компанию, тоже попробовать с ними побегать. Здесь я просто делаю так. А, но мне, к сожалению, надо реально на каждый экран свои эти безопасные стратки найти, и тогда я могу. Так, здесь так. Так, хватаю, жду. Прыгиваю сюда. Ниже спустился, отпрыжка. Так. Угу. Ладно, здесь просто так надо идти. 2, 3, 4. Блин, ну я может тоже сейчас побегаю. Но я не пройду, скорее всего, но вообще в смысле побегать тоже так. Все равно особо делать нечего. Я вышел так поиграть, посмотреть вообще, что происходит. Поэтому без особых планов, скажем так. Так что можно, я думаю, потренить ее. Сколько у меня? 7. А, шипы. Ну-ка. Рестартану тоже. Погоняю, пока ты бегаешь. Компанию составлю заодно и потренирую немножко. Опа, сразу посмотрел. Так, отпрыжечка. Так, вот самое жесткое место для меня с этой с первой клубничкой, я там все. Расстояние это просчитать не могу. Прямо страшно каждый раз прыгаю. Просто страшно, что кричу. Прошел, ну отлично. Круто, круто, даже слишком круто. Так. Ах ты, блин, пролетел, черт подери, стамину всю просрал. Сейчас я еще заход попробую это. У меня там проблемы, да, в том месте были. Но я думал, сейчас может получится. Надо было быстрее все это дело суетить. Так, нет. Ух ты, блин. Еще разок. Я ее, может, на клаве погоняю. Можно какую-нибудь еще карту пробежать так. Как бы. У меня просто реально здесь шансов мало пройти, мне надо это садиться или прям тренировать и тренировать. Бегать. Ну и может на клаве мне было бы поудачнее. Так, плюс я и клубничку потерял. Забыл про него. Так. А, блин, все. Улетаю в шипы.
Так. А я улепетываю, не буду бегать. Так, потом посижу, попозже.